Друзья, эта новость стала шоком для многих из нас. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски, не забывайте, что мы единственные источники, которые раньше других рассказываем интересные новости. Вчера вечером в Красноярске во время концерта серьезную травму головы получила известная российская певица Лолита Милявская. А оказывается, кто-то из зала бросил пустую стеклянную бутылку из-под пива и попал Лолите прямо в голову. Концерт был сорван, певица отправилась в больницу. На данный момент сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье хулиганства и разыскивают того, кто мог бы бросить данную бутылку. Ведется проверка. Ждем подробности, друзья. С самой Лолитой Милявской пока связаться не получается. Ее концертный директор сообщает о том, что с ней все хорошо, ей уже оказана медицинская помощь. Подписывайтесь, друзья. Спасибо, что вы смотрите нас. Ставьте лайки и пишите комментарии. Не забывайте, что мы каждое утро рассказываем вам интересные новости.